Всех приветствую на моем канале. Я вот вышла погулять под дождем зонтиком, но дождь закончился, выглянуло солнышко. Ну, может быть, сейчас опять дождик будет, но несмотря ни на что, погода замечательная, воздух замечательный. Поэтому дышать воздухом полезно для здоровья. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. Напомню, сегодня четверг, завтра уже пятница. Всем пока.